Всем привет! Вы на канале Савельчик. И это продолжение выживания после авиакрушения. Я недавно тут гулял по берегу, ну, в ожидании кораблей, потому что мне тут больше делать-то и нечего. И я вдалеке заметил одно какое-то необычное сооружение. Или я не знаю, что это такое. Но это похоже на какую-то постройку. Сейчас подойдем и покажу, вон там видно. Вот. Я не уверен, корабль это или нет. Но там что-то есть. Еще не вечно, потом я сейчас себе поменьше сделаю дальность. Вот. Ну, тоже видно. Я сейчас вот хочу туда отправиться. Дикари. Точно отправляюсь. Тут наступил, пошел снег, дождь. Ну, на берегу снег, здесь дождь. Не знаю, почему так. Ну, так. И из-за того, что темно, появились дикари. А там какой-то корабль, видимо. Потому что это из досок, потому что коричневая. На воде. Так, а почему нижняя часть этого, наверное, корабля под водой? Это корабль, да. Но почему-то... Это затонувший корабль, я понял. Видимо, тут кораблекрушение произошло. Так. Ну, я хочу на него заплыть. Потому что... Не просто же так я сюда приплыл. Так все равно виснет. Еще меньше сделаю дальность пририсовки. Так, просто далеко. Тут спуск вниз. Но я хочу пока что вверх смотреть. Так. Там что-то есть... Как сюда запрыгнуть? Ладно. Так, полнолуние, это особенная ночь. Ладно. Сейчас вот так вот сделаю. Торговец появился. Так. Теперь сюда, сюда и сюда. Ага, это, видимо, штурвал. Здесь сидит капитан и управляет кораблем. А тут какой-то сундук. А, тут запасные лодки. Ну, возьму одну. Лишней не будет. Так, теперь аккуратненько надо спуститься. И вниз еще. Тут какие-то сундуки стоят. Так, что здесь? Алмазы. Очень много. Золотые слитки. И это что? Это... А, крупица золота. Так, что в этом сундуке? Еще алмазы. Это уже поменьше золотых слитков. Золото, а еще тут мечи лежат. Я тут не собрал. А что? Ой, что в этом сундуке? Ага, тут очень много-много жареной рыбы. Это полезно. Еда всегда нужна. Так. И сейчас надо распределить. Паучья ножка мне не нужна. Крупица золота тоже. А вот еда мне нужна. Алмазы тоже беру. Гнилое мясо не надо. Доски не надо. Это я сейчас вот так расположу. Все. Так, там еще наверху торговец был. Я хочу посмотреть, что он продает. Уже ночь наступила. Так, аккуратненько. Что ты продаешь? Серый песчаный блок, цепная пила и синий электропровод. Так, я могу купить электропровод и серый песчаный блок. Но я думаю, что пока ничего покупать не буду, он вряд ли отсюда куда-то уйдет. Так, ага, тут еще это, видимо, какая-то арка. Наверное, был вход на корабль. Так, сейчас аккуратненько сюда вот лодку поставлю и уплыву. Так вот, так вот. Как
лодку управлять. Так, сейчас правнее поставлю ее. Лодка не уплывает без меня. Точнее, да не. Ну, ладно. Вот она. Так, как бы в нее сесть-то. О, вот, все. И сейчас надо поплыть к берегу. Сейчас ночь и опасно. Так, вот моя надпись спасения, которая должна меня будет спасти, эта надпись. Я подплываю к берегу. Кстати, ночью эту надпись хорошо видно. Ну, если ты близко подплыть. У меня дальность обзора просто такая. Так, никого вокруг нету. Вроде нет. Так, сейчас возьму в руки меч и быстро пробегаю. Фух. На свет. Скорее. Все тут светло. Ой, дикарь. За стенку. И там еще один дикарь. Но он вроде бы сюда не идет. Сейчас. На тебя. А тут дикарь. Опять он на волка сел. Ну зачем вы на волков садитесь? Тогда если я бью, то на волка сначала. Зачем? Плохие вы дикари. Так, надо поесть, чтобы восстановить жизни. Ага. А вот свинку я трогать не буду. У меня и так куча еды. Еще один дикарь. Сколько вас тут? Так, у меня меч ломается. Ну, у меня еще есть три же, да? Да, 4 целых. Так, вот этот он целый, я его возьму. Так, еще вон дикарь. Так, ну на него надо напасть, а то в итоге он на меня нападет. Аккуратненько. Попал. На тебе. Все. Так. Я тут корабль заметил, когда по берегу гулял, его вам показал. В принципе, основная цель этой серии выполнена. То, что я и хотел сделать. Поэтому, ну, ставьте лайки и подписывайтесь, кто на меня бежит. У тебя целых 100 жизней. Ты вообще кто такой? Когда он бьется. С него выпала эта шляпка, одеть надо шляпу эту. Честно, у меня там все ресурсы, так и где я? Тут скорее надо бежать к своим ресурсам. Скорее меч. На тебе. Я у себя в инвентаре... Не трогайте мое золото. У себя был в инвентаре и не заметил их сейчас. Да не кидайся, ты, у меня жизни мало. Фух, все, надо срочно поесть. Надо сейчас подобрать. Срочно. Еще один дикарь идет. Ну, в принципе, серию я могу уже прямо сейчас закончить. Потому что вокруг никого нет, и пока это спокойная секунда есть, то подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, ссылочек в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, пока.